Всем приветствую вас на канале, друзья. Сегодня субботний вечер, ой, субботний день даже вечер. Хотя уже, в принципе, да, уже 2 часа дня где-то. Мы выходим из базы. Сейчас с коллегой пойдем в магазин, что-то прикупим, постараемся. Хотя он сегодня, вчера, вернее, такой классный борщик сварил, обалденный. Вот, какую кастрюльку классную, с ребрышком мяса. С ребрами. Вот. Ну, в принципе, выдвигаемся. Погодка сегодня вообще классная. Завтра, конечно, там будет дождик. А сегодня обалденно. Ладно, идем дальше. И едем мы в Бедренку. Взял корзинку. Немного что-то будем подкуплять. Не знаю, насколько я еду в трассу. Ну, может быть, на месяц. Вот. Хотя на месяц у меня все равно всего ж не вылежит такое, да, чтобы оно там вообще лежало супер-пупер. Хоть даже при наличии холодильника. Так, бананки у нас по 9 злотовок. По 9. Это у немца дешевле получается. Так, мандаринка килограмм по злотовке, а я хочу апельсинку взять. Апельсинка, это у нас грушка консервовая, что-то не могу. А это то же самое. Мандаринка, тоже килограммовая, но она стоит 4,50. Я не знаю, вот возьму. Они, кстати, разные. Одни синие, вторые вот черные. Почему-то. Даже вот еще какие-то есть. Ну, давайте такую, может, попробуем возьмем. Да? Ага, тут даже вот есть 2 килограмма помаранч, да? 7 злотых. В принципе, что там по акции. Ладно, возьмем. 7 злотых. Так, яблочки. Яблочки в цену 2,50. Там дешевле. Там есть по рублю. То есть по рублю. По злотой 50. Вот, кстати, хлебушка надо вот взять. Хлебушек, видите, он мягенький такой, ну, какой есть уже. Для бутербродиков, в принципе, с утреца пойдет. Хотя вот еще есть серые, ну, ладненько. Так, у нас он, Сашка впереди, он борщика наварил, как говорится. Так, я думаю, мы пока без мяса обойдемся. Ага, вот я вчера тут брал, классно. Эх, они закончились уже. Ай-яй-яй-яй-яй. Не вчера, а позавчера вот здесь были блинчики с творогом и с изюмом. Остались только пироги, вот это типа вареников. Эх, как жалко. Я так хотел взять. Но не получилось. Ладно, мы возьмем туда с мясом. Одна. Что-то да и все. Не, еще есть. Там далеко-далеко. Парочку с мясом возьмем. Холодильник и одну с творогом. Вареники. Все. Берем. Пускай будет. Так. У меня еще не какие-то сосиски, упаковка есть. Еще немецкие, кстати, они лежат. Так. Остались. Макрела вижу, рыбка.
Угу. Не знаю, взять такую, наверное, рыбку. А вот еще какая-то. Какая-то морщук. Меджоны на дурацо какой-то. Получается 9,48 стоит. Этот 6 злотых. 300 грамм. И по дате у нас до 17.04. Надо посмотреть, чтобы по дате как-то было веселее. Возможно. Они лежат какие-то, они такие все. Ну вот, возьми на 5 злотых, пускай будет. Так, и какой-то возьмем мы бочек, наверное, вот. Вот стоимость всего по 30 злотых за кило. Полкило 12,80. Вот такого плана можно взять. Это чтобы утром на бутербродике. Вот 510 грамм. Шинка классичная. Возьмем ее, наверное. Вот так будем резать. Чик-чик-чик. Как всегда. Вот. То есть, вы видите, как с выбором мясной продукции здесь проблем вообще нет. И также вот салко можно такое взять. Бочек медзоны какой-то. Либо вот еще, смотрите, какой-то. Ух, класс. Ага. И зачем везти его через границу? Вот это получается 6 по 13, цена 14 злотых. Я не знаю, попробовать такой взять. А это у нас какой? Вот, бочек меджоный, прожженный какой-то еще. Ой. Ладно, этот возьмем кусочек, наверное, или побольше мяса. Побольше мяска, побольше салка. Вот такой, чтобы до супика, там до борщичка, в принципе, неплохо пойдет, да? Ну, то натуральное вижу уже, видите, как говорится, шкурка. А здесь какая-то тугая, пластиковая, как вот такой план. Ну ладно, возьмем, попробуем, будем кушать до супика. Как бы вот так. От сыр у меня гауда уже один заканчивается. Мы сейчас еще один возьмем. Ну и смотрим, гауда 6,65. Раньше он 6 бы стоил, видите, все потихонечку дорожает. Так, ну и как обычно наши вот сырки по 1,49 вроде бы, да, 200 граммовые. Эти вот уже стоят 1,80. Вот, а мы берем вот эти, возьмем. Я беру легкий вариант, да. И, кстати, уже, видите, даже выбирают. Смотришь, там подбирают. И до 11 апреля. В принципе, нормально по сроку. Медом, чаю вообще будет шикарно. С утреца такая зарядочка. Кстати, можно попробовать и такой вот счет. Плавленый сыр классный. Но
я не знаю, сколько он стоит. А можем, кстати, узнать. До 26 числа. А, мне тут еще товарищ говорил, классный какой-то сыр, надо его в комплекте. Так, и возьмем еще масло, у меня закончилось. Закончилось масло. Масло. Экстра. Вы как знаете, что мы берем только 82%, что было. Это стоит масло экстра за полкило. А где же цена этого? Ага, 7 злотых. А мы сейчас узнаем. Вот у нас здесь штрих-код, кстати. $6.49. Так. И вот такое масло. $6.69. А то купишь 3. А, нет, 4, то не. А 4. 6.60 за. Ага, сейчас мы это. Вот это 5 злотых коштує. Ні, при закупі 3 штук, по 6.60. Ну, чи то за дуже, а... Хорошо. Дякую дуже. Так, это мы вложим на место. Это мы сюда, в корзинку. Ну, вот так вот. Итак, акция, видите, опять же, было 2.69, 2.70 за такую кашу. Если берешь 2, то по 2 злотовки. Мы, кстати, берем, я возьму штучки 4. Вот. Я думаю, мне хватит. Потому как именно гречку у немцев тяжело купить. Кстати, сейчас мы к яйцам еще вернемся, то я корзинку оставил в другом месте. Итак, яички. Если у немца вот такие вот яички стоят €30, это получается где-то 5 чем-то в злоты я перевожу, так уже приду. Здесь же, если я 2 покупаю, то по 3 злоты, то есть получается даже, то есть, грубо говоря, одна на 2 пачки. Вот как бы берешь одну, или как 2, да, или 2 берешь, а за одну платишь. Все целенькие, нормально. Мы сейчас сварим одни. Сахар я взял уже. А сахар здесь цена, я даже не вижу. Ага. 1.80. Я по 2 с чем-то брал. Ну, у нас до злоту дороже. Ну, такое бывает. Кстати, вот апельсинчики по 2.80. Кстати, дешевле получается. Можно, в принципе, набрать их. Но у них какие-то вот уже... Это вот так вот. Что-то я хотел, я не знаю. Там видел, там девушка понесла клубничку. Тут нету, значит, наверное, каком-то другом магазине купила. Ладно, покатили дальше. Возможно, будет банальным, конечно, но вот по 5.99. А это вот коксо. Кокосо. Ладно, мы возьмем такую вот парочку до чая тоже, как бы, да, вечерком там, либо даже едешь, просто кинул в рот. И надо еще водички взять. Так, водичку мы газованную берем. Или не газованную, газованную. Вот. Это есть. Вот акция. Ну, это дешевле было стоило. Так. И напитки. Напитки, в принципе, и даже вот у немца по евро.
по евро, да, 4,30 стоит. Именно сок. Сок 100%, помаранчевый. Но здесь дешевле. Там 3 стоит. 3 злотых. Но он не такой, конечно. Не такой. Ну, в принципе, в одну цену. Ладно, не будем мы сейчас тянуть ничего. Потому как мы на велику. В руках как бы тянуть будет это все. Ну, сейчас ищем Сашку. Что он там прикупил, он все высматривает. Я не знаю, по колбасам, блин. Думает, как его дорого, недорого. Так, друзья, и вообще надо мне, конечно, что-то для стирания, вот. Для стирания, но я ничего брать не буду, потому как все-таки будет, наверное, я буду это брать у немца. Цены, конечно, можно узнать. Вот Персил, да, но если бы я брал, то вот такой, наверное, Персил бы точно я такой бы взял. Power Gel. Гель, или как там правильно его читать. Вот, а мы даже сейчас узнаем, сколько цена его какая. $20. На 40 стирок получается. Вот. Ну, 20 злотых. Сразу переделим. Ну, я не знаю, что-то я привык к немецкому качеству, так что будем не изменять ему. Так, друзья, вышли мы. Мало потрошку. Так, еще надо будет там яблочки прикупить. И там еще хочу я специально для супа такая вот смесь, которая уже не надо там делать зажарочку. И все это у нас вышло. Все это вышло сумма на 107 злотых. Вот так вот. Вот здесь рабат, то есть это скидка. Каша горячая, вот 3,20 скидка. Потом яйца, вот 2 злотых скинула. И пироги с мясом, вот 2 злотых. Так. Ну и еще здесь вот шинка классичная. Вот здесь еще. Ну все. Вроде бы так вот. 100 злотых. Такой вроде чепуха. Все, ладненько, друзья, едем дальше.